Ребята, всем привет! Сегодня с дядей Толей, он же оператор. Скажи всем здрасте. Всем привет! С дядей Толей собрались на рыбалку, будем пытаться поймать сазанов. А что из этого получится, не знаю. Будем рыбачить на кастинговую сеть. С собой у нас кастинговая сетка вот такая вот. Ячейка 30, леска 0,5. Если еще ссылки на все оставлю снизу, на кастинговые сети, на подъемники, которые мы постоянно рыбачим. В общем, на все будет. Даже на лодку и на мотор ссылку оставлю снизу на всякий случай. Сейчас нам предстоит с дядей Толей проплыть, наверное, километров 8 отсюда. И попробуем покидать кастинговую сетку. Надеюсь, что что-то из этого получится. Все, садитесь. Можно, да? Да, нужно. Давай, дядя Толя у нас... Плывем, садись. Дядя Толя у нас босиком, а я что-то в сапогах. Ну, это здесь, около берега. И там теплое. А там мы не будем лазить. Ладно. Отправляемся. Здесь хотел знать, здесь какие-то кусты, блядь. Палки наштыканные, эти то ли перегораживали, что, так что имею в виду. Раньше на этом месте сазанов ловил. Ну, блин, все не эдак, все не так. Ждем, пока сетка опустится. Не могу понять, где там дно, когда ее тащит, когда собирать. Ой, ё-моё, первая рыбина сегодня. Сазанчик маленький. Ну, вот туда бы. Ловись, рыбка большая и очень большая. Вот, наверное, опустилась сетка наша на дно. Собираем потихоньку. Что-то там есть. Вот он. О, сазанчик первый. Вытащим, он никуда не денется. Так ты отплывай. Тихо, слушай, хороший. Вот за ним мы и плыли, ё-моё. 4,5 точно есть больше. Да. Так, помогай. Здесь будет, вставай. Что за... Видите, беленький какой речной. Не то, что мы вообще ловили, черный. Сейчас вот между вот этими двумя кустами будет. Отличный еще один сазанчик. Попробуем, ребят, еще разик. О, неплохой заброс. Ждем, пока наша сеточка опустится на дно. Опустилась, потихоньку начинаем собирать. Пусто.
Как пусто, ё-моё. Судак. Судачок. А я не вижу отсюда. Что, нормальный судачок. Отлично. Так, подожди. Хорош, хорош. Ну, больше кило. Больше. Покажи мне вот так сазанчик на руках. Такая вот у нас. Ну-ка, боком маленько. На себя, наклони, на себя наклонись. О, отличная рыбина. Получается, первый нормальный заброс у нас сазан попал. Да. Сейчас нормальный заброс, судак попался. Да. Так что есть рыбка маленькая хотя бы. И маленько вот так бочком еще встань. Еще. Во. Во. Неплохой заброс. Ждем, пока опустится. Что, опустилось, что ли? Собираем. Потихонечку. Никого нет, да? Нет куча. Нормально. Сейчас он в эту кинет. Ну, я этим боком не кину. Нет, я вот могу вот кидать вот, вот в этом направлении. Вот так вот, пойдет лодка себе? Да пойдет, наверное. Блин, отворачиваешь меня, Толян. Не отворачивай, не отворачивай. Подгребай вперед, чтобы нас не унесло. Что, опустилось? Да, я думаю, что опустилось или унесло. Вот смотри, где еще не меньше. Сейчас за поворотом должно быть с нашей стороны. Должна быть и рыба. Давай, распутывай пока. Я подгребу сюда. Сейчас немного переплываем. Показалось нам, что впереди лучше. Попробуем. Опустилось, собираем. Карасик. Хороший карасик. Я бы сказал, отличный. 65-шник. 165-шный. Подожди, не надо так поднимать. Сам. Подожди. О. Красище. Видите, какой светлый. Вперед мы с вами ловили. В ручье дерево пропадает, задыхается к зиме, которая не выйдет. Тот темный карась. Он черный, но. Этот карась вкусный. Рыбка большая и очень большая. Опустилась сеточка. Говорю, опустилась, собираем потихоньку. Никого нету. Нет, есть. Вон это кто? Занчик небольшой. Ну, килограммовый. Нормально. Лучше, чем пустая сетка. Сейчас вот здесь она кинет, если успеем. Я что-то даже не чувствую никого. Что там напуталось? Запуталось.
Мамонт. Сибирский. Вот такой. Я еще не таких видал. Да. Забрызгал всего. Так, в очередной раз набираем сеточку, маленько переплыли. Что-то там нам не понравилось, бросали. Фига толком поймать не можем сазанчиков. Да не то, что сазанчиков, а просто никакой рыбы. Попробуем здесь. Ждем, пока опустится. Собираем потихонечку. Итак, ребят, заканчиваем мы на сегодня рыбалку. Кастинговую сеть пока что рано кидать. Течение очень большое. Получается, из-за течения сетку заворачивают, рыба не ловится. Поэтому мы знаем, что здесь рыбы полно, но рыба в сетку не попадает. То есть здесь же на подъемник, видели вы до этого предыдущие ролики, попадалась рыба. Кто не видел, посмотрите, ссылки будут снизу. Ну вот как-то так удалось нам поймать сазанчика одного хорошего такого где-то на 4 килограмма. Один за кило, карась такой под килограмм, судачок за килограмм. А, и еще один маленький сазанчик. В принципе, рыбалка удалась, но, как всегда, охота больше и лучше. Да, дядя Виталий? Конечно. Я думаю, в следующий раз будет лучше. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интереснее. Всем пока.